Так, всем привет! Вот такая новая колоночка у нас появилась. Офигеть, какая яркая просто. Вот такой диск Шарония, да, на полу такие эффекты дают интересные. Особенно в темноте, я думаю, будет классно. Такая танцевальная, можно сказать, колонка. Вот. Ну, естественно, по функциям здесь Bluetooth. Флешка поддерживается. Вот здесь флешки сейчас играет. Карта памяти. AUX проводное соединение. То есть можно к телеку подключить, к компьютеру, просто через провод, например, к телефону. Встроенное радио, радио очень хорошо ловит, есть дисплей, где можно смотреть частоты радио, ну как и на многих подобных моделях, да. Также идет в комплекте микрофон, можно действительно спеть караоке, то есть, да, в компании, например, на природе где-то, да, или там дома, или там день рождения какой-то, например, то есть классно можно с такой колонкой время провести. И пульт управления, то есть можно регулировать там громкость, переключать треки, изменять режимы через пульт. Также подсветка отключается. Сейчас вот покажу. Раз, все, не горит. Горит. И также здесь есть 4 удобные ручки с 4 углов колонки, да, то есть можно носить за них, можно ставить боком колонку, да, тоже очень удобно. Так, более какой-то басовый звук создается, такая небольшая вибрация даже по полу. Вот. Ну и сама она не такая здоровая, конечно. Но при этом чистый, достаточно плотный звук, то есть приятно послушать, да, даже низы прослушиваются. И главное, нет вот этих вот предзвуков, да, неприятных, то есть прям адекватно включили там и рок, и там классику, в принципе, и как бы слушаете, наслаждаетесь. И так на фоне поставили, она играет, настроение создает, и на подарок классно, и так на тусовку какую-нибудь с собой, да. Ну и сейчас покажу пульт и, соответственно, микрофон. Также в комплекте еще есть микро-USB провод для зарядки. То есть здесь стандартная зарядка micro-USB, очень удобная, то есть самая распространенная. Можно зарядить там от пауэрбанка, от прикурителя в автомобиле, да. То есть в этом никаких проблем. Так, ну вот, собственно, вот такой пульт. Вот сейчас, например, переключу режимы, да, вот AUX. Дальше это режим Bluetooth. Так, режим флешки. Переключаем треки через пульт. Можно убрать вообще звук. Ну и поменяем еще на режим радио. И вот радио начинает настраиваться. Вот, то есть, ну, кто будет приобретать, я расскажу, как настроить радио. Вот. И выключаем колонку. Сейчас протестим микрофон. Так, вот сюда вставляется микрофон. Вот такой он длинный. Вот проводной микрофон. Вот здесь включается. Раз, два, раз, два. Сейчас сделаем погромче. Вот пока остановлю музыку. Вот чисто микрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Никакого эха нету. И поэтому здесь, в принципе, адекватно можно петь в этой модели. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот, то есть не говорится раз, два, три, да, то есть когда эхо. Вот. Очень удобная модель, яркая, приятная и, главное, бюджетная, да, то есть, что немаловажно. И еще важно, с гарантией, да, то есть это тоже одно из таких основных пунктов. То есть не просто отдали и до свидания, да, то есть если что-то, всегда, во-первых, на связи, ответим на вопросы, во-вторых, если вдруг что-то, всегда заменим, да, то есть. Вот, поэтому приезжайте к нам, звоните, пишите. Приедете, мы не только эту модель посмотрим с вами, да, то есть несколько прям выставим, вы подключите сами свою музыку, да, протестите пульт, микрофон, там, радио покажем, как настроить, вот, любые проверки, пожалуйста. Заказывайте также доставку по Москве, в любую точку России, пожалуйста, отправим. Все, звоните, пишите, всем всего хорошего, до свидания.